Всем привет! С вами канал Мультипланет и я, Маша Кассетера. И сейчас у нас на очереди игра по мотиву мультфильма «Мой маленький пони». И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И на самом деле игра у нас тут очень специфическая. Это мир, одна из локаций, где живут наши маленькие пони. И мы появляемся и играем за малютку Пинки Пай. И вот мы встречаем и видим, собственно, Флаттершай. И все это происходит у нас под красивую музыку. Вокруг какие-то прыгают квадратики, больше похожи на звездочки. А наверху у нас красивое облако, на которое мы можем попасть. И вот мы можем очень-очень красиво бегать и смотреть, что у нас тут происходит в округе. Тут, конечно, довольно однообразно все, но красивая игра как-то сделана. И пони очень красиво прорисованы. А мы вот можем сейчас до края карты спрыгнуть. И что у нас будет, давайте посмотрим. Прыжок. Оп. И мы появляемся на облаке. Не знаю, игра. Ну не игра, а просто такой кусочек игрового мира маленьких пони. Он достаточно маленький, как и сами пони, но красивый. И музыка очень специфически красивая. И, в общем-то, с маленькой веселой Пинки Пай мы можем переключиться на, к примеру, радугу Дэш. Оп, и это наша радуга. Верная, добрая радуга, которая очень любит побеждать и которая у нас обожает быстро-быстро бегать. И мы можем даже летать за нее с ускорением, создавая сзади себя звуковую радугу. Юху! И вот даже можно смотреть. Ой. Мы немножко уже вверх тормашками летим. И вот мы можем лететь где-то далеко-далеко к солнцу. А потом резко свернуть и полететь вниз. Облететь вокруг облака. Почувствуй себя радугой. И даже вон мы можем снизу облака пробежаться. Но это ж радуга, она может все. Вот так вот у нас все очень-очень красиво, и добрая-добрая радуга пойдет нашей веселой Пинки Пай. И вот они встретились, две подружки. Оп, две маленькие пони. А у нас между тем есть еще Флаттершай. Красавица добрая Флаттершай, которая очень-очень-очень реально добрая, любит помогать зверушкам. И вообще ее основная задача — это помогать нашим маленьким четвероногим друзьям. И не только четвероногим, и птичкам, и змеям, и насекомым. И Флаттершай у нас тоже умеет летать. И очень-очень быстро. Конечно, она не радуга Дэш, и делает это медленней, но все равно так красиво. И посмотрите на ее большие такие зелено-голубые, такой морской волны глаза. Просто она сама доброта. И давайте мы взлетим и полетим к нашим друзьям на красивое облако. Ура, с ускорением. И да, мы врываемся к нашим друзьям. А куда делась Пинки Пай? Облако-то у нас шевелится, видимо. Пинки Пай могла упасть с него. Давайте подождем ее пока что тут. Ага, так. Это у нас Эпплджек. Красавица, добрая, честная, трудолюбивая пони Эпплджек, которая живет на ферме Эпплов и заботится о яблонях, делает сидр. А мы нашли Пинки Пай, которая реально у нас повисла с обратной стороны облака. Вон она висит такая вся. Непонятно как, но учитывая, что Пинки умеет играть на 10 инструментах одновременно, то висеть на обратной стороне облака ей тоже не составит труда. Между тем, мы пока что, думаю, должны присоединиться Эпплджек с другими поняшками. И поэтому надо залезть нам тоже на облако. Учитывая, что летать мы не умеем, мы пойдем и спрыгнем с края нашей вселенной, нашего мира. И вперед! Мы оказываемся на облаке. И вот наши подружки Радуга Дэш и Флаттершай.
две красавицы, два пегаса. Так, а вот Пинки Пай, которая упала, но мы должны ею присоединиться. Ой, она такая милая, когда бежит. Так что мы добежим опять до края карты и давайте встретимся с нашими подружками. К сожалению, сумеречные искорки и рарити у нас тут не присутствуют в игре. Поэтому мы ограничены четырьмя нашими любимыми понями. Так, а куда делись наши девочки? Ой, где же они? Где же они? Пинки Пай должна убежать все облако и найти подружек. По-моему, те исчезли с облака. Возможно, это Дискорд их куда-то перенес. А может, лунная пони? А может, еще какое-нибудь злое существо, которое хочет захватить мир? А может, просто эта искорка их телепортировала, но не очень удачно вышла? Ага, давайте-ка мы встретимся внизу. А то у нас не очень хорошо получается наверху на облаке встретиться. И вот две подружки уже в сборе. К ним бежит Эпплджек. И вот еще одна подружка. И осталась Пинки Пай, которая уже вверх тормашками просто летит. Ой, а что делать-то? Ага, мы падаем, мы падаем. И мы далеко приземлились от облака. И сломя голову бежим к своим любимым подружкам. Как же мы без них? С кем же нам устраивать вечеринки и веселиться? Вперед, вперед, Пинки! И вот мы с нашими подружками встретились. Я думаю, теперь наши пони смогут найти искорку и рарити. И, собственно, тогда они будут все в сборе. И вот радуга даже может побегать вокруг своих любимых друзей и создать вокруг них красивейшую радугу. Смотрите, все пони наблюдают за ней. Я думаю, от восторга, как радуга быстро бежит. Ну, в общем-то, это у нас и есть вся игра, так сказать, игра. И надеюсь, вам понравилась. Она очень красивая и просто приятно побегать за любимую пони, за которую можно попрыгать, полетать и встретиться со своими четырьмя подружками. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем до новых встреч. Пока!